На сегодня особое служение, особые размышления, особая подготовка и даже, ну, некий трепет перед Господом за ту великую милость, которую явил нам Господь. Хочу читать один стих, который скажет нам следующее. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом. Победа, которую совершил Иисус Христос, это наша победа. Победа, которая принесла нам свободу. Победа, которая принесла нам радость. Которая принесла нам благословение. Когда мы ехали сюда, я видел и не один плакат. Написано «Homs, start from 400, lowest price 400». Сам себе думаю, это же Господь для всех святых своих приготовил главное, всеми озабочены главным. Если есть жилье, уже хорошо. Как плохо быть без жилья. Так вот, Господь для всех святых обеспечил жилье. В доме Отца Моего обителей много. Их хватит на всех, и не только обители. Вечная радость, вечный достаток, вечное благословение. Пусть Бог благословит нас. Мы будем молиться, мы будем благодарить Господа, будем хвалить Его. Мы будем петь вместе с группой. Мы будем слушать Слово, которое сегодня будет предложено для нас. Мы будем готовить нашего духовного человека. Приглашаю вас всех. Давайте встанем и прославим Бога нашего.
Привет, дорогая церковь! Наша следующая песня называется «Аллилуйя, наш Спаситель». И первая строчка, там написано «Муж скорбей, так назван тот». Я думал, о каком местописании я мог бы привести пример. И я вспомнил, в Исаии 53 главе там написано пророчество о Иисусе. И в 3 стихе, по 7 я прочитаю. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он извязлен был за наши грехи и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Я хотел, чтобы мы вспомнили его распятие и просто поблагодарили его в молитве. Господь, слава тебе, Господи. Спасти народ, аллилуйя.
Я думаю, ты можешь так сказать: «Аллилуйя, мой Спаситель!» И что же сделал этот Спаситель для тебя и меня? И смотрите, что 1 Коринфянам 6 глава 11 стих говорит: «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Аллилуйя! Вот что сделал Иисус для нас. Он омыл нас, освятил, оправдал. Слава Ему! И давайте прославим Его за эту милость и благодать, что мы являемся новым творением во Христе Иисусе. Аллилуйя! Я сущий.